Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вскрываем недельные сундуки. Будет небольшой бонус, поэтому досмотрите видосик до конца. Начнем же. Так, воин, добыча, защита. Ой, поехали. Это что такое? О! Апгрейд. Вот это вот я люблю. Апгрейдики, это хорошо. На самом деле, это пойдет. Без скорости, конечно, ну да ладно. 20-й КЧЛ пойдет. Мы на прошлой неделе 21-й ключик закрыли. Вот, а сейчас получается так, то что только на единичку спадают ключики. То есть не на 2, не на 3, как, мол, типа раньше, а всего лишь на единичку. Это классно. Так, сейчас мы сделаем вот так вот. Вот так вот сохраним. И вот так вот сохраним. И еще вот так вот сохраним. Максимальный эфир, который могу одеть, 35.75. Мало. Ладно, идем дальше. Ну, неплохо. Неплохо, я доволен. Не зря называется. Варом танчил всякие интересности. Только заходило бы быстрее на самом деле. Кстати, совет хороший на самом деле. Мне всегда нравятся эти советы, которые при загрузках вылетают. Я их, наверное, поэтому еще до сих пор только не отключил. Иногда, ну, такие веселые моменты, либо какие-то моменты с целью порассуждать есть, скажем так. Ну, на самом деле, все верно в них пишут. И конкретно даже сейчас по поводу персонажей с этого уровня, с целью их попробовать. Называется, паладиновский оплот грузится. Угу. Сейчас загрузится. А может и нет. Так, а там что у нас получается же по модификаторам на этой неделе? Взрывной, упрямый и тираник. Хороший набор аффиксов такой чувствуется. Киберспортивный. Ну, это не прошлая неделя, конечно, с кровавым вулкаником и укрепленным, но нормально будет, надеюсь. Я считаю, я чувствую, либо на паладина, либо на дроля какая-нибудь легендарка упадет. Ну, давненько их уже не было на самом деле. Ну, прогрузил бы для начала. А, это я в Долоран грузился. Все, я понял. Хорошо. Похоже, я ключик прошел и ставил этого персонажа в Долоране. Все, я понял. А я думаю, что он так долго грузит? Оно вон оно что оказывается. По оплоту оно вон, мигом прогружает. Оплот там не сильно нагружен по структурам и прочим всяким мелочам. Ну, можно побыстрее, ну, пожалуйста. Алло. Это паладины называется. Понастроили себе оплотов непрогружаемых каких-то. Ну, поехали. Защита, верно. Это что такое? Ступки. К
Короче, одеваем. Что-то мне сегодня везет на ступни. Берегите ноги. Угу. Что тут отправить можно? А, вот это вот отправим. И артефакты потом, наверное, будет апнуть. Ну, как-нибудь в другой раз. Не сегодня. Так, друид. Вот у друида сейчас мигом оплот прогрузится. Там цветочки, деревцы всякие. Там все нормально с этим. Паладины себе там напридумывали. Так. Лут страж. Поехали. Пойдет, на самом деле. Надо будет прочарить потом, и все будет отлично. Утроба 14-я. Пойдет. Да, надо будет со шмотом разобраться, конечно, на друле. А то что-то грустно как-то. Ну что, и тот сюрприз, который я на самом деле хотел засветить только в среду, но пришлось светить в субботу под рейды со зрителями. Это рыцарь смерти. Ветки кровь. Именно. Я прокачал его очень быстро, на самом деле. И в текущий момент на 110 уровне на нем наиграно, ну, где-то так часов 50, наверное. Может, там 52, 53, типа такого. Может, чуть меньше даже. Командой слэш-плей это можно все это дело узнать о персонаже. Ну а почему именно Дракономор? Потому что когда я еще играл на Дракономоре, а я играл на Дракономоре до Гордуни, на Гордуни мне пришлось вара моего трансферить ради ПВЕ рейдинга, я очень сильно занимался гарнизонами здесь. И занимался гарнизонами также и на ДК. Чтобы с нуля уж не качать, я решил конкретно тут его начать качать. Вот и все. О, я даже не знаю, что я полутаю. Самое главное, чтобы это был не пояс, не грудь, не плечи, не шея. Поехали. Хороший лут полутали мы. Казематы стражей. Создавайте, ребят, твинков. Делайте на них. Я, кстати, на ДК-18 ключ закрыл. Закрывайте ключи. Лутайте вещи, как говорится. Вот. Там. Ну, короче. Классно. Классно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне аж плохо стало от этого пояса. Сейчас удушу себя им. Так, ну а что еще можно сделать? Ну, все, что? Все. Сейчас захожу, удаляю этого ДК и по новой качаю ради нового недельного лута. Все. И так буду туда-сюда качать этих ДК. Чё, прикольно же. Печально. Ладно.
Сегодня у нас рейдики со зрителями в 12 МСК в среду. Я решил конкретно в среду собрать, чтобы побольше шмота вытащить на своего ДК и уже с этим большим количеством шмота продолжать фармить ключики. Вот, так что от большого количества рыцарей смерти я не откажусь в рейде, на самом деле. Ну, пойду сейчас еще World Босса убью, голду полутаю. Ладно, всех вам благ. Счастья, как говорится, там, здоровья, лута хорошего недельного, берегите ноги. А я сейчас еще и голду буду фармить. Да, вот будет отдельный видосик по этой теме. До скорого.